сначала деньги, а потом ключ. Вот, держи. Анджела, Хэнк, Бен, все за мной! И у нас тут затерянный город в аквапарке. Вы не сможете достроить затерянный город, если вам не помогут подписчики. Всем-всем привет! С вами Машины Машинки! И сегодня мы вновь играем в бассейн говорящего Тома! Ух ты! Вот наш Патрик! Бультых в водичку! Ну всплывай, всплывай! Вот он какой немножко недовольный, но нам это не мешает с ним играть! Мы же обожаем скидывать персонажиков с этих кругов надутых воздушных! Классно! Какие мосты мы отстроили! И скоро мы весь затерянный город отстроим! Вау! А вот наша королева! Вы только посмотрите на нее, красавица! Ух ты, Хэнк, бультых водичку! Кого тут еще можно побультыхать? Сейчас найдем еще персонажиков. Я знаю, кто-то должен купаться. Ой, а где все? Почему никто не купается? Хэнк, банан, привет! А вот скакалкин, а вот там утенок, всеми обожаемый. Наши подписчики канала Машины Машинки просто обожают этого утенка. И я тоже его люблю. О, вот там подарочек. А ну-ка раздавай всем подарки. Это Анджела? Бультых в воду с резинового круга надувного. Забирайся на него и опять бультыхайся. Не знаю, как вам, ребята, но мне это очень забавно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Забавно, если вам тоже нравится играть с персонажиками и так бультыхать их в водичку с этих резиновых кругов. Классно же придумали. О, вот еще одна Анджела. Весело, весело. Том, вот наш Том. Кстати, здесь один простой Том. Он же с самого начала вместе с нами. И разрушенный затерянный город. Патрик, ему нравится купаться. О, смотрите, что он делает. Вау, бультых. Еще, ребята, хотела вам рассказать, что вот на этом дереве будут качели. Вот же не терпится посмотреть, как это будет выглядеть. Поэтому хочу сыграть 290 уровень. Хо-хо-хо-хо. Как тут все просто. Сейчас. Одним махом так. Плюх. Классно получается. У нас 3 хода. О, все, почти. Давайте другим джинджером. Вот так отсюда его натянем, хорошенько прокрутим. И плюх. Нового джинджера. То есть старого. Но вы меня поняли. И все, уровень завершен. Да, и мы получили ключик. Здорово. О, тут у нас Анджела вместо Патрика. Бультыхается, прикольно. Плюх, Анджела, в воду. Еще кого-нибудь сейчас найду. Так, ух, тут у нас Хэнк. Посмотрите на него. А еще кто? О, Патрик сюда перебрался. Патрик, всплывай. Вот он, к нам вернулся, а мы опять его обратно в водичку. О, наша королева идет. Ну-ка, сделай нам какой-нибудь классный трюк. Нет, ребята, трюков она не делает. Она просто ходит и, наверное, следит за своим королевством затерянного города. А вот колечко Клэр, или кактусик, как мы ее называем. А вот наш скакалкин-попрыгайкин. Это я его так называю. Ну, мне он нравится, потому что он похож на утенка. Только у него получается костюмчик утенка, а на голове шляпка. А так они очень похожи. А, вот спасатель. Он похож на котенка какой породы, ребята? Напишите в комментариях, я знаю, на какую породу он похож. А в конце я вам скажу, если вы не догадались, и не напишите в комментариях. Но кто самый умный догадался, пишите. А мы пока пойдем в 291 уровень. Вау! 2 бассейна. Это значит уровень немножечко посложнее. Ну, капельку. А мы сейчас запустим Хэнка.
Ой, до четвертого Хэнка он не долетел. Так бы всех лопнул. Но зато Бена сейчас лопнем. Давайте вот так вот сделаем. Классно! И Хэнка, и Анджела лопнули. Мне нравится. Ой, я хочу единорога взять. Сейчас. Хочу всех разом попробовать. Не получилось, но ничего. Остался только Том. Том, лопайся! То есть лети в следующий бассейн. Ох, как бы нам тут быть? У нас 5 ходов. Сейчас все, думаю, должно получиться. Так, Анджелу. Лопайся, Анджела. Теперь Тома. Лопайся, Том. Ребята, пишите в комментариях тоже лопайся, чтобы мы отлично все прошли. Если болеете за нас, пишите в комментариях лопайся. И у нас тогда все получится. Ух ты. Осталось 2 хода. Вот мне нужна ваша поддержка сейчас, ребята. 2 хода осталось. И если что-то не так пойдет, нам придется дополнительные брать. Но я этого не хочу. О, классно! Пишите лопайся, и Джинджер тоже идеально лопнет. Спасибо, ребята, за то, что поддержали меня и написали в комментариях. Благодаря вам у меня все получилось. Ой, мы что, ничего не можем построить? Еще одного ключика не хватает. Как жаль! Но зато у нас тут там подарочек прыгает. Здорово. Я хочу еще один уровень пройти и получить ключик и уже что-нибудь достроить для наших подписчиков. Так, как тут быть? Джинджер смешной, посмотрите на него. Мы разбили Джинджера. Вот мне здесь не хочется перчики брать. Мне кажется, они все испортят. Нужно их обходить стороной. Ну, кажется, здесь никак не обойдешь. Запустим Джинджера. Ху-ху-ху! Здорово! Помог нам этот перчик. Давайте. Бена мы специально в эту мазуту, в это масло засунем, чтобы вторым Беном его просто лопнуть. Ха-ха! Идеальный план! И уровень завершен! Получили мы ключик долгожданный! Потому что мы тут уже можем что-то построить. Я хочу все проверить. Теперь на платформу можно поставить билетную кассу. Зачем здесь билетная касса? Странно. Целый остров с джакузи. Отличная идея, давай построим их. Вау, я, кажется, знаю, что я хочу. А тут, ох, тут так полно работы для садовника. Нет, я хочу джакузи, ребята. Смотрите, Том будет строить джакузи. Ух ты, вот это да. Ну, к мостам, наверное, подойдет золотистый. Раз мы уж начали такие красивые мосты строить, купим премиум джакузи. Что тут будут делать наши персонажики? Сейчас мы все это посмотрим. Ребята, воды-то нет в джакузи. А, получается, пока теперь не наполнится все водой, здесь никто купаться не сможет. Тут такие лесенки прикольные. Кстати, мое внимание все время привлекал вот этот вот космонавтик. Он так бультыхается, как будто говорит: обратите на меня внимание, ну пожалуйста, пожалуйста. Вот тебе, плюхайся в воду. Точно, он хотел, чтобы мы его плюхнули в водичку. Ага, опять всплыло, опять хочешь, чтобы мы тебя плюхнули? На, держи. Ну а мы пойдем дальше. О, смотрите, уже Том, Хэнк и Бен смотрят на эти джакузи. Что же тут? Том, иди посмотри поближе. Что ты развернулся, уходишь, а? Иди посмотри. Ага, тут у нас Том. Плюх водичку. Бен, по-моему, отсюда и не уходил, пока мы уровни... А, здесь Хэнк был. Да, значит, они просто поменялись местами. На зиплайне никто не катается. А что это пустует наша железная дорога? Хочу, чтобы на ней кто-нибудь прокатился. Главному фонтану здесь всегда кто-то есть. Всегда тут такое оживленное место. Мне оно очень нравится. Анджела катается на этом круге. Плюх водичку, Анджела. Вау, тут это
плавает. Вокруг этого бассейна какое-то оживление. Это же здорово. Класс, ребята. А вот телевизор. Привет, привет, телевизор. Показывай мультики канала Машины Машинки. А мы решили сыграть в 293 уровень. Хо-хо, чего тут только нет. И этот бассейн похож на звездочку. А еще Анжела заморозилась. Давайте Хэнком перчик возьмем, посмотрим, что он сделает. Вух! Он, по-моему, сам лопнулся и Анжелу лопнул. Да, это было здоровски. Анжела, лопайся. Джинджер, лопайся. Остался только Том. Натянем его. Покрутили и лопнули. Здорово! Уровень завершен. У нас золотой-призолотой ключик-приключик. Ух ты, королева проверила, наверное, джакузи наши построены и идет дальше по своим делам. Вы только посмотрите на нее. Мне оно нравится, ребята. Кому тоже нравится королева, напишите в комментариях. Королева. А вот фея, она принцесска. А кто тут купается? Анжела купается. И еще тут у нас Бен купается. Плеха водичку. Опрокинули его, перевернули ему круг, и он искупался. Ты тоже купайся, Хэнк. Мы сегодня всех искупаем. И Анжела, купайся. И кто тут у нас еще не купался? А вот наш котенок. Ребята, вы не забыли написать его породу? Как вы думаете, какой он породы? Я обещала вам, что в конце скажу. Ну, если вы не написали или не догадались, мне кажется, этот котенок сиамской породы. Смотрите, у него темные ушки, и он похож на сиамского кота. Да, мне так кажется. Плюх, водичку. Утенок! Он очень-очень любит в этом месте всегда почему-то купаться. Утенок, всплывай, нам так тебя не хватает, пожалуйста. Вот он и всплыл. Опять плюх-плюх водичку. Вау, смотрите, какие трюки он делает. Вот это да! И Хэнк тут тоже нам трюки показывает. Молодцы! Сегодня аквапарк какой-то особенно классный. Он особенно оживленный. Давай-давай, показывай нам трюки. Здоровски. А мы пойдем поиграем в 294 уровне. Ух ты! Как тут все интересно сделано. Смотрите, сейчас попробуем мы начать с Бена. Вау, лопнули Бена. Теперь идеально будет Хэнка, наверное, лопнуть. Да? Давайте, Хэнк. Здоровски. Теперь уберем Тома, чтобы он не мешал Джинджеру. Вау, мне нравится. И Джинджер, лопайся. Ура, ура. Уровень завершен. Это было несложно. Главное подобрать правильную тактику. И мы это сделали. Ух ты, сколько тут еще предстоит работы делать. Я даже не представляю, сколько ключиков нам нужно. Ребята, сколько нам ключиков еще нужно, чтобы все это достроить? Миллион? 100 тысяч? Ну, может быть, хотя бы 100. Думаю, 100 будет достаточно. Котик! На красном круге, он так ему идет. Ну-ка, всплывай давай. Сейчас посмотрим. Точно, смотрите, он подходит к его мундирчику. Плюх, водичку. Бэм. Кто еще хочет покупаться? Хэнк хочет покупаться на желтом круге. Мы ему поможем. Купайся, купайся. Кстати, ребята, у нас уже скоро 300 уровень. А кто прошел всю игру, все достроил? Напишите в комментариях, я все достроил. И тогда скажите, какой был последний уровень, чтобы я точно знала, что вы меня не обманываете. А то некоторые пишут, я все достроил, но они обманывают меня. Так что не обманывайте меня. Напишите, какой последний уровень. Вау, Анжела, плюх водичку. Она что, отсюда утенка прогнала? И забрала его круг и лежит на нем? Ах ты, Анжела, вредина. Плюх тебя водичку. Пойдемте поиграем.
Может, еще ключик дадут? Конечно, дадут. Куда же они денутся? О, смотрите, что тут происходит. Тут есть такая залипушка. Я знаю. Ой, мы отправили все-таки его. Да, мы все-таки его отправили. И сейчас мы его лопнем. Смотрите, так. Плюх! Что тут все перемешалось? Оказывается, эта штука не вовремя его плюхнула. Так. Мы не поняли тактику, как тут играть, но все равно прошли. И получили золотой ключик. Уровень завершен. Ура, ура! Еще одного ключика не хватает, чтобы тут что-то достроить. Так, посмотрим, где у нас самые-самые интересные действия происходят. Хэнк, плюх водичку. Анжела, плюх. Анжела, плюх. А вот утенок. Какие трюки делает Хэнк на вот этом круге. Прикольно. Ну, утенка мы уже встретили. Знаем, где находится утенок. Если вы не заметили, то он вот сидит на этой лавочке и зевает, потягивается. Устал, наверное, купаться, спать ему захотелось. Анжела, плюх в воду. Вторая Анжела сейчас выплывет, и мы ее опять плюхнем. Плюхайся. Здоровски. Вау, они тоже трюки разные делают. Как же это классно. Это здорово, мне нравится. Плюхайся в воду. Плюхайся в воду. А мы пойдем 296 уровень сыграем вместе с нашими подписчиками. Возьмем перчик. Вот это да! Классно! С перчиками вообще супер все получается. Это было очень странно, но прикольно, прикольно. У нас тут только Хэнк остался. Ура! Мы летим в следующий бассейн. Да, он достаточно трудный, но мы попробуем взять перчик. И вот эта скорость. Он такую скорость развил. Просто бомбическую. Вау! Хэнк лопнул Бена, разморозил его. Ну вообще здорово. А давайте мы единорога возьмем. И так запустим. И он всех нам лопнет. Нет, не всех. О, три джинджера осталось. Можно взять ракеты и полететь. Все, улетел джинджер. А значит, что мы получим золотой призолотой ключик, который поможет нам что-нибудь построить. Да, ура, мы тут можем что-нибудь построить. Так. Пора посадить на этом острове деревья и растения. Как думаете, пора или нет? А теперь на платформу можно поставить билетную кассу. Ох, тут полно работы для садовника. Я хочу кассу поставить. Вот я еще в прошлый раз думала, какая она. Дом строй! О, это что за монстрик такой? Касса в виде какого-то монстрика? Ну, возьмем, посмотрим. Ух ты, как преображается наш затерянный город! Мы его скоро найдем. Рассмотрим эту кассу. Классно получилось. Ребята, если вам тоже понравилось, напишите в комментариях. Классно получилось. Анжела! Она, по-моему, здесь зависает долго, да? Не хочет уходить отсюда. Ну, конечно, как же отсюда уходить? Вот наши джакузи. Я вот прям жду, не дождусь, когда мы сможем заполнить их водой. И тогда здесь, наверное, кто-нибудь будет купаться. Может быть, даже на надувном круге. И это будет весело. О! Он до сих пор тут, наш пиратик Бен. Здорово. И Анжела, по-моему, тут уже давно. Пиратик Бен снова всплыл. Ух ты, какие трюки он делает, просто раскачивается, вот же весело ему. Плюх Бен в водичку. Тут всегда оживление, все куда-то идут. Ниндзя сегодня еще не купался, поэтому искупали мы его. Не знаю, рад он или нет.
Ух ты, скакалкин. Вновь у нас тут скочит. Отсюда все ушли. А вот здесь Анджела с Томом. Ух ты! Спасатель! Спасатель! Ты, главное, за всеми следи и смотри, чтобы не было никого, кто бы не умел плавать. Иди научи плавать Анджелу. А еще меня научи плавать, потому что я не умею. Да, и очень хочется научиться. Надеюсь, вот этим летом, следующим, которое будет, я научусь плавать. Ребята, напишите свои истории, как вы учились плавать. Мне будет очень-очень интересно. Кто тут у нас отдыхает? Это тут у нас Бен отдыхает. А вот Патрик. А вот Том в оранжевой шляпке. Классная шляпка с цветочком. Совсем летняя. Оранжевая. Анджела, всплывай. Мы тебя плюхнули. И опять плюх. Здоровски. Ну что, ребята, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Ставьте нам много-много лайков. И еще пишите в комментариях, как вам эта серия. И всем пока. Солнечного настроения.